Муниципальные служащие соревновались в настольном теннисе, дарсе, шахматах, а девушки, помимо этого, еще и боролись за победу в конкурсе «Жемчужина Сочи». Им предстояло выполнить упражнения силовой гимнастики, качать пресс и прыгать через скакалку. Такие баталии стали на курорте уже традиционными, их проводят с 2008 года. Проходят тренировки, соответственно, выбирают лучшие уже вначале между своих департаментов, потом выставляют уже сюда самых, конечно, отобранных, самых лучших, которые готовы состязаться и быть лучшими и первыми. На самом деле это мероприятие для нас очень значимо, потому что мы в первую очередь должны себя начинать пропагандировать здоровый образ жизни и, конечно, доводить это до наших жителей города. Второй этап соревнований пройдет 19 апреля. Участники сразятся в бадминтоне, мини-футболе и плавании. Победители этого этапа будут бороться за первое место в городской спартакиаде. В ней примут участие лучшие команды от всех районных администраций и городского собрания.